5 штук и не больше? Не, не надо больше. Надо, чтобы равномерненько все шло. Тут видел вот такой вот завоз был вещей, вот таких вот. Видел? Ну и что они стоят? Так, это 12. Стопе. 12. Для начала мы начнем с приветствия для всех. Нет. А ты уже что, мы в эфире? Мы в эфире. Ну давай, погнали. Так, погоди, вот погнали. Так вот. Это и лондонские дела. Всем привет! Да, вы да. На канале Винтерспорт Челябинск. Всех неравнодушных к casual сегменту. Рады приветствовать, да и не только. Познакомиться всех тоже приглашаем с новой поставкой вещей, эксклюзивных, оригинальных. С нами основатель Дед, со своим искрометным юмором. Да, какой там юмор, давай шапку. Мы сейчас, знаешь, шапку по щелчку пальцев, они будут одеты у нас. Давай вот так, раз, два, три. Али, ап, да, тут завертите получилось. Да. Дед, выводы по поводу шапки Stone Island G-Long. Ну-ка, на кого похож? Ой, блин, ребята. Ну я не знаю, по-моему, неплохо. Шея как-то тепло даже стало. Даже 80 лет одеть такую. Да. А цену я, ты слышал, за комплект 20 тысяч. Ой-ой-ой. Без этого, без ЛГБТ. Ребята, ну это уже серьезно, действительно. Здесь не присутствует ЛГБТ и ЦЛГ нет. Ничего. Ну зато 20 тысяч где-то за комплект. Я предлагаю тебе не останавливаться. Кстати, как у тебя дела, дед? Да все нормально, давай, надо же нам работать надо, нам не додел. Мы начинаем обнову, всем welcome, приятного аппетита. А у нас делишки. Пожалуйста, инструмент. Дед, передаю тебе право, значит, скрывать. Могу отметить, что новая коллекция Stone Island, именно Sherry G-Long, это такой вид баранов, овец, у которых шерсть, это новозеландский вид овцы, который имеет самую бархатную, такую мягкую, в общем, ну, мягкую шерсть. В общем, ты хочешь сказать, чтобы овны покупали, да, эти овны, шерсти? Овны, где именно. Овны именно. Да, вот так вот. Ага. Что насчет цвета шапки, вот вывод? Ну, синий, один из вариантов синих красивых цветов. Есть синий некрасивый, а это красивый. По-моему, электрик такой цвет называется. Ну, он, да, такой темный электрик. Темный электрик. Ну, все, и я... Ты снимать мне, хочешь? Мне уже... Еще в ней хочешь? Но у меня уши повянут. Уши повянут. Ты теплокровный товарищ? Не, ну дед здесь у нас... же тепло. Да, дед у нас в шапке ходит, точнее, в кепке ходит минус 30. Ну что, снимаем. Снимать, и напоминаю, ну, что помещение. Шарф здесь двухметровый. Да. А, тут тоже лейба на шарфе, да? Да, присутствует. Где? Что-то я не вижу. Вот она, дед. О, смотрите, что. Что я нашел, смотрите. Видали? Ну все тогда, что. В общем... Ой, кошмар. Всех поздравляю, оригинальные шарфы. И... С оригинальными шапками. Да, 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 да. Ну вот еще шапки пошли. Давай, дед, пошел. Вот, смотри, видали? Цвета оценим. Какой интересный. Axe-Blood. У нас, кстати, есть куртки, которые цвет шапки. Это с 15% шерсти и 85% акрила. Такой вот модел. Да, ненормальная шапочка. В принципе. По 4500. А чем? Ну, даром. Терракотовая и бордовая. Причем мягкая и приятная такая. Немножко шерсти имеет. Сумка, которую сейчас только отправили, еще одна. Угу. Кстати, да. Вот такой вот мессенджер из ликвид жидкого, короче, нейлона, так называемого, высокой плотности и динамический блеск идет у этого нейлона. Вот. Такая вот сумочка будет 5500, ребят, стоить. Weekend Offender из новой коллекции. Ну, что могу сказать. Дед, кстати, держит эксклюзив по меркам России. Впервые в России куртки в коллабе Weekend Offender и Лео Грегори. Здесь, кто не в курсе, Лео Грегори, амбассадор бренда Weekend Offender, и у них был коллаб. Да? Лео Грегори знаменитый в своих кругах, особенно в casual кругах, актер, который снялся в фильме «Хулиган на зеленой улице». Так, вот такая сумка, дед, смотри. А сумка тоже в Weekend Offender? 5500 она, да. Офигеть. Ну и, конечно же, сейчас мы разберемся с курку куртками. За сколько отдашь? Вот эта куртка стоит 21 тысячу. Очко.
И, если не ошибаюсь, такая же точно, но розовая, это, по-моему, лиловый цвет. Какой-то лиловый. Сиренево-розовый. Да, М-ка. Вот это 2XL, очень редкий, во-первых, размер, цвет. И она коллабная, да, с Лео Грегори. Тоже 21 тысяч, да? Да. Ну-ка, давай откроем, посмотрим внутри. Угу. В принципе, тут... Какой вот размер-то у нее? Это М-ка. М-ка? Может, не только мужчина, может и женщина купить, угу. Да? Так, ну что, впервые меряю куртку. Впервые меряю куртку Weekend Offender Leo Gregory. Тут, кстати, посмотри, вот такая вот штука. Ой, интересный я. Очень логотип прорезиненный. И автограф Leo, да? Респект. Такая ветровочка, 21 тысячу. М-ка. Ну и что? Она ваша. Угу. Хорошо, хорошо. Красивый цвет. В общем, ничего, да, так? Интересно. А синий? Ну, это интересный цвет, кстати. В общем, когда сами по себе когда позиции ее одеваешь, смотрится редкие. Красиво. А в России их не было, именно курток. Короче, одна маленькая, одна большая. Должно быть их вообще еще несколько. Ну, да. Посмотрим. А, в общем, М-ка лиловая. Так она внутри выполнена. Ну что, ты, наверное, я знаю, дед, остановишься на темно-синей и... Не, этот мне тоже понравился цвет, кстати. В руках приятный, он, да? Как-то не то, а вот одеваешь, интересно смотрится. Но необычный цвет, конечно. Необычный. Вот тут еще я что-то нашел. Красивое что-то идет, ребята. Тоже это из коллаба? Из пакета что-то... Костюм, ребята, крутой. Да, костюм 16-990. Блин, вот это костюм. Вот кому-то повезет. XL, тоже костюм. Коллабный с Лео Грегори. В общем, крутой, эксклюзивный. Костюм крутой. Сколько так? Симон нахуй, дед. Сколько? Симон нахуй. Кто его за 20 купит? Нахуй, да, такой. Ну сейчас тоже такие вещи, они эксклюзивные. Эластан трико, полистер эластан трико. Чем эластик? Тот самый, который лампасами, по логике Weekend Offender и Leo Gregory должны носить хулиганы зеленых улиц. Да, ребят. Еще с росписью какой-то автограф. Да, с автографом. Тут. Офигеть. Ну вот такие подобные автографы и нанесения, их стирать, соответственно, вручную желательно, ой, насколько кошмар, известно мне. Вот это костюмчик. Да, ну машина вещи. Запрещена, но можно отпаривать, зато написано. Красивее. В любом случае, вручную такие вещи стираются. Ну кто-то, кому-то повезет. Сколько ты за него? 17 тысяч. Двадцатку бери. 17, дед. Не знаю. Дед, короче, двадцатку. Я бы 20 поставил. Ты что, дед, значит, за двадцатку, да, поедешь его загонять? Я бы за 20 бы такой. Ну вот, ребят. Не знаю. Дед, короче, старая школа, так скажем. Очень красивый костюм. В общем, успевайте за 17, но в скором времени, в марте 20, да, дед? Да. Угу. Я понял тебя. Ну что здесь сказать, ее надо расстегнуть, во-первых, внутри показываем внутренность синей куртки. Напомню, что, по крайней мере, я лично не видел, чтобы кто-то привозил именно Leo Gregory коллабные куртки. Это эксклюзив сейчас в России. В принципе, это такой дефолтный, не техниция, она вот Валенсии джакеты, но только оформлены они, стилизованы под коллаб именно этого персонажа. Он уже зарекомендовал себя, да, как такая фигура известная, да, в casual кругах. Ну и, соответственно, любимый персонаж, актер у англичан и любимый бренд у фанатов совместились. В общем, вот получился вот такой вот джакет. А еще давай. От Leo Gregory. Вот. Мы будем вещи английские носить. Сумочка, кстати, да, мессенджер. А руководство парафинит. Еще и синяя получается шапка за 4500, да? Правильно? Похожа она? Что это вообще за... Так. Ну, не знаю. Ну, в общем, по надписи, по этому она... Акрил нейлон. Нет, она другая. Она, во-первых, демисезон. Блин, что-то одно лучше другого. Смотри, что красивое. Шапка демисезон. Ну, очень такой... даже приятная. Видать, как... такой отпаренный акрил, он как хлопок по ощущениям, удивительно. Excel, какая вещь, ребята, опять это сногсшибательный. Это тоже эксклюзив, впервые Куди. Как смотрим. Куди?
Это костюм. Костюм, а где? Костюм. Еще один крутой костюм. Да, еще один крутой костюм стоимостью 22 тысячи. Ой-ой-ой. Фирма Bauer. Это вот это да. Это люксовый XL, лондонский да? бренд. Да, просто XL. Его мимо пройти не могли. Вкупе эти две вещи, знаешь, сколько стоят? Дед, посмотри. Вот совмести. Ну ты как всегда опять прогадал. 300 фунтов. 300 сойти. Фунтов стоил костюм или 45 тысяч. У нас такой будет 22. Да кошмар, блин. Да, он очень качественный. Тут такие элементы металлические. Размер XL. И что могу отметить про фирму Bauer. Впервые Bauer, кто не видел, гуглите, узнавайте, что за фирма. Bauer, дед, понял? Bauer. Ой, костюм. Человек, второй костюм крутой, ребята, идет. Все, давай. Ну, пишут, что сделано в Европе, да, Евросоюзе. Скорее всего, отшит он в таких странах, как Болгария, Румыния. Ну, что-то вот, где есть трикотажные производства высокого качества. Может быть, даже и Португалия. Второго плана страна по производству. Это что-то у нас было такое вроде, да? То есть они качественно делают и недорого. Нет. Еще одна эксклюзивная вещь. Кто-нибудь, если слышал, фирма Bauer, Америка, США, стоит такая вещь 20 тысяч, сделаем скидку за 18. Вот тебе и враги, да? Вот тебе и враги. Это, в общем, такой zip худос с здесь куртка-кофта, так скажем, с капюшоном. Вот. Фирма Bauer еще и на патче. Патч, кстати, отстегивается. Офигеть, смотри. Офигеть. Вот, пожалуйста, ребята. Bauer, розница. Да. Там, смотрите. 260 фунтов. Иными словами, 30 тысяч стоило у нас за 18. Такой вот эксклюзив. Bauer USA. Bauer USA. 88 хлопка, 12 полистера. Это XL. Ну что, дед, видок. То есть такой кофта-куртка. Дед, посмотришь на меня? Выводы сделаешь? Большая, соответственно. С какой это размер? По-моему, это XL. XL, наверное, да? Да. Ну, хорошенькие, пока прям вещи все лучше и лучше, ребята, вещи. Да, это, соответственно, самое лучшее, что могло бы быть. То есть Bauer, Bauer, Рео Грегори. Вот все эти вещи, они из разряда ограниченных тиражов именно для самой Англии. То есть именно англичане сами эти вещи ищут. Да, шортики, вот, шортики. Но привезли мы. И, кстати, эти шорты, они все идут, их пока мы не смотрим, они все идут костюмами. Пока так надо еще найти второй верх. Да. Где-то в другой посылке. Да, в другой посылке. Так есть еще надо. Ну, ставьте их туда. Угу. Шапки. Это уже было, ты 4500. Ты же показывал. Демисезон. Сумка 5500. Сумка. 5500. А вот штанишки какие-то интересные опять. Weekend Defender. L размер Marshall Artist. Какой плотный хлопок. Какой размер это? L-ка? Ходовка? L-ка. Ходовочка. Давай быстрый обзор. Насчет кармана посмотри и выводы сделай. Блин. Да. Совершенству нет предела, ребята. Одно другого лучше идет. Что ж делать-то, я не знаю. Размер крутые. В размер. Элька. Элька. Карман бешеный прям с левого края. Что ты можешь сказать про фирму Marshall Artist? Ну, Marshall, ну, есть Marshall. Сами знаете, звание высокое. Правильно? Угу. Ну, все. Да еще и артист к тому же. Да, переводится как боевые искусства. Карман здесь такой жесткий и как будто он влагозащитный. С такого как типа а-ля клеенки сделан, но в целом хлопок здесь идет, конечно, такой прям плотный. При этом они стоили 90 фунтов, у нас 8000 будут, не меньше, даже я бы сказал 8500. У нас L-ка, да? Да. А вот XL. На да, это новая больше. Коллекция, эти штаны. Сколько будет штаны стоить? Дед, давай будем со скидкой за 8. Ну, что, 8, с ума сошел? 8500, в общем, 8500. Ладно, 8500, хоть 500 выкроил. Блин. Да. Они вообще очень прям плотные и тяжелые. Стоит отметить, что здесь прям тяжелый хлопок. Вот этот вот
эксклюзивный. Ну а что, это надо убирать? Угу. И вот еще маршал-артист опять. Одни маршалы пошли. Ну-ка, Элька, ребята, Элька. Ну ничего такая, без капюшончика. Слева вон что. Элечка, маршал-артист. Угу. Интересная штучка. Зипка, Элька, 6500. Дешево, дешево, хорошо. Хлоповок, серый цвет. Элька. У нас это последнее уже, Саш, все. Сегодня пятая, все, да? Ну. Угу. Ну давай. Тогда эти туда бросить. Угу. Штаны. Это-то зачем? Это-то? Вот а это... тоже это все костюмами будет. Ага. Ну все, вот шарфик тут. А они... Это не шарф, это ребята. Это не шарфик, это эксклюзивная вещь. Это шарфовый худи. Тартановый худи. Шарфовый цена худи. 11 тысяч, ну, можем 10-500 сделать. Ну, такая интересная расцветка. Ну, тартан, да, 100 фунтов. А какой размер у нее? XL. Ну, что, вывод? Ну, все, как всегда, необычное продолжается. Барбур, тартан, поп олив. Ну что, качество такое приятное, плотное, но при этом это не зимнее худи, а скорее всего летнее. Обратный здесь идет лукбэк хлопок, на обратной стороне 100% хлопок, 100% хлопок на многих языках. О, это тут прям книжка, очень много. А вы какой шарфик, мяконький, угу. Смотри, что. Какая прелесть. Да, тут шарф из серии тартан. Называется кашемировый шарф Black Grey Tartan. Black Grey. Состав 90% шерсть, 10% кашемир. Ой, я не то что-то бросил. Там есть еще, нет? Нет. Так, сколько? Блин, тут шарф завязан, в общем, но смысл, я думаю, получится. Один, два, три, короче, четыре. Сделаем пять. Нормальным, не будет он связан. Осталось. Очень мягкий и, самое главное, не толстый шарф. То есть за счет кашемира. Дед. Мяконький. Почем такой? Да, 5500. 5500 дешево. Вот еще костюмчик интересно серенький. Ну-ка. Элька, ходовка. Штаны Эль, карго, серые, летние. Штаны это не костюм. Да, дарк. В общем, темно-серый цвет. Два размера. Ну что? XL и Элька. Угу. Вывод есть? Эти да. 7500 за 7, если что. 7000. Да. Элька и... LXL. Серые карго лето. Все, последние две вещи пока. Так, потом... худи. Это было. Викентов. О, Викент, говорю, худи. Темно-зеленая, тартановая. 10500. И вот еще. Какой размер. О, эксклюзивная тоже вещь. Элька большая какая-то. Ветровка с карманами. Мультипокет. L размер. На XL где-то. Да, и... тоненькая прям. Да, тоненькая. Такая 13 тысяч. Фига себе. Слушай, замуровано конкретно в плане липучек тут. Угу. Ух. Она, конечно же, заиграет, когда будет одета. Ну что, дед, на меня пойти? Она большая такая? Да. Тут еще есть. Сейчас посмотрим. Да, такой достаточно L. L оверсайз, да, дед? Угу. Такая красиво. Между L и XL. Какая красивенькая футболочка. И здесь, смотри, внутри присобачена сумка. Ага, и она открывается еще? И она еще вот на такой штуке. Вот так интересно. Вот так. А, это утяжки. Это утяжки, а сумка здесь вот такой отрывается, прилепляется внутрь, как у... Угу. И еще и маска. Да, на всякий, так, на всякий. И везде пример. Утяжки, вот эти шнурочки. То есть шнурочки. Ну, утяжки. Плюс, мне почему-то интересно, почему здесь вот такой капюшон, который, смотри, как делается. Видишь, как этот? Ну, то есть, открывается и становится вообще вот как бы вот так. Это для чего, дед? Для труба. Угу.
Причем капюшон еще превращается в такую накидку на голову. Короче, шикардос. А какой это размер, я забыл? А, Элька, но она больше мерит, по-моему. Угу. Она на XL, скорее. Черная куртка, черный. Такая вот вершичка. Давай, дед, на проводе. Ну, вот, на 23 февраля сколько такая будет? 4? 4 3500. На 23 февраля охеренная футболочка. 3500. Прелесть. Прям. Размер XL. Прелесть, футболка необычная. Угу. Ну и продолжим завтра. Да. У нас в два этапа. Она пока, первый, пока. Первый этап закончен. Подводя итоги шмоток, что можешь сказать? Ну все, ребята, идем на все лучше, лучше и лучше, как и должно быть. Угу. Да. Угу. Оставайтесь с нами на Дзержинского, прямое включение по шмоткам. И всем пока, ребят. Ну что, всем уже не пока. А привет. Всем уже не пока, а привет. Да. С вами Винтерспорт Челябинск. Мы продолжаем обнову. Да. И, как всегда, с нами дед на связи. Да, дед? Да, продолжаем валять дурака. Что там говорить-то? Ну, давай. Давай, продолжай. И какие, дед, за день выводы произошли? Что ты можешь сказать? Выводы такие, что у нас товарищи работа... Товарищи зрители, присаживайтесь в первые ряды. Работа не бей лежачего. Сегодня мы не одни, у нас есть эта группа поддержки. Работа не пыльная, не пыльная. Да. Так вот просматриваем шарфики. Я, если что, вот Егор, можешь эксплуатировать его в качестве модели. Егор свидетель. Работа не початый край, но все-таки не тяжелая такая, не кирпичи ворочим, да? Ну, кстати, цвет кирпичный какой-то. А легонький. Ну. Давай открывать, да, деда эксплуатация, деда у нас, дед открывает. Мне, тебе нравится это? Дома на печи надо сидеть. Угу. И что делать? Еще сушить весла надо мне уже, по идее, но внук не дает. Да, дед, да. Пора еще посмотреть на Лондон. Урвали мы, вырвали его из... Да. Не зря мы там побывали, да? Не зря, да, действительно. Хорошо связи вот наладили. Да. Ну, мы в 2012 году уже наладили связи, когда Олимпиада была, да. Так, и здесь у нас, соответственно, вот то самое, о чем я говорил, да. Комплекты. И всем приятного времяпрепровождения. Начинаем вскрывать и смотреть. Давай это сразу костюм. Что это за костюм? Это костюм цвета Electric в размере XL от фирмы Marshall Artist. Ну, да, нет, по сезону весна. Ой, интересно как. Пожалуйста, оценку выдай, дед, и оцени его. Сколько бы ты его за него бы попросил. Ну, а я пока прикину и скажу. По фунтам-то это больше 10 получается. 15 тянет. 120 фунтов у него розница. Ну что, 12 тысяч что ли отдадим? 12 тысяч. А то даже я тебе больше скажу, 11500. Ну ладно, 500. Пролетели. 11500, ребят, 500. Костюм, размер XL, наверняка он будет маломерить, и он с флисом внутри, то есть утепленный хлопок. Угу. Ну что, молодые люди. Цвет симпатичный. Да, как раз к шапке Geelong. Шведские куртки, в нашей, по-моему, нет. Не в нашей, у нас такие шведские женские есть куртки. Женскую, мужскую, женскую, но есть вон столочки. А? Не сильно теплую. Не сильно теплую, то что у нас? Ну, розовенький. Голову. Еще одна, давай. Да, включай. И подороже даже модель тут оказалась. Ага. На 5 фунтов аж. Ну, короче, 125, тоже 11500. Вот так вот. И а какой это размер L здесь? L, ну факт это будет. Поменьше, да. И факт будет М-ка. М. Пока ты дурака валяем тут. Угу. Люди не дремлют. Да, дед. Что ж, да, что мы то сидим, да. Мы сидим в ауте. Ага. Эмочка, да, это? Ну, элька, но она как эмка должна да, быть. Ну, так я тебе скажу. А по цвету, по между цвету. Между эмкой и элькой. Выводы по цвету. Идет. Ну, кто любит яркое. Ярко-неоново-желтый цвет. Грин, точнее. Ну, мне такой цвет, но ну, никак не покатит. Это только молоденькому такие угу. цвета. В общем, имейте в виду костюм да. из новой между коллекции. Между эмкой и элькой. Да.
Погнали дальше. Вот они, смотрите, брючата. О, так, это, собственно, этот Альфа Индастриал, да, Индастриас. Такие штаны. Какой размер-то? Короче, они где-то в районе 9000 будут. Размер где-то XL примерно. Хотя написано, что это 2XL, но они мало мерят. Маленькие, ну. Трикотажные штаны Альфа Индастриал с... Где-то опечатка, наверное. Fit X. Причем у них бирка нашита сбоку. Барбуры. Вот так вот. Удивительно. Барбуры. И зауженный книзу. Барбуры. Интересная позиция на самом-то деле. Это карго штаны барбур из рипстоп хатона. Хатона. Только, а чё размер, не пойму я. Зал всколыхнул, встрепенул. Какой размер это? Проходи, размер... проходи, посмотри. Да, тебе малы будет. Чё-то 32. 32 это 32 те. 32 на 32. Тебе малы будут. 32 в длину. Они мне малы будут даже. Короче, а... товарищи шопоголики. Печально. Размер здесь 44, 30. Это полупояс. Там на 48 где-то, 50 от силы. 48-50, короче, ML-ка. Такие вот это барбуровские Garmin Dai штаны. Стоимостью такие будут 10 штук, но мы сделаем за 9500. Там стоит публика, думает, ну что за цены? Да, рипстоп 11500. Это убрать. Я чувствую, тут группа поддержки воюет не в ту сторону. Вот это было у нас. Это да, новый нас? Размер. Это какой размер. Другой же размер. 10 за 10 500 L-ка. А был XL, да? Был XL. Вот они. Это, кстати, это штаны, которые Marshall. Это не штаны это. Ты можешь тебе штаны найти? Без проблем. Егор, ты в курсе, где они, да, находятся? Конечно, я же хубера. Да. Это костюмом пойдет, да? Да, тут, соответственно, к верху идет низ. Вот. Ну, они из плотного хлопка. И вывод. Вывод. Вывод такой. Кому-то достанется вещь хорошая. Угу. Ну, в общем, вот, то есть. К такому верху элька, ну, элька, еще и есть и низ элька. Сколько такой костюм? Ну, в сумме или в раздельности? В сумме костюм сколько пойдет? Так, сейчас я тебе скажу, костюм 25. Будет стоить где-то 17500 примерно. Недорого. Недорого, да? Нет. Недорого. А по раздельности по 9. Нет, это дороже должна быть. Дороже? Дешевле. Ну хорошо, 8500 и 9500. Верх должен дороже быть. 8500 и 9500. Так, цвет шарфа, пожалуйста, дед. Темно-синий винный с фиолетовым оттенком. А что-то у тебя 6, там еще одну получил, получается. Откуда-то, да, еще одна образовалась. Нет, ту еще не получил. Это по 5500, я знаю. Да, шерсть принц гальский, что скажешь? Ну, красивенько, что говорить-то. Очень даже, очень 5500, стопроцентная шерсть. Да. Ага. Вывод, выводы, выводы. Мы просим выводы да делать. Какие выводы? Выводы будем делать, когда закупят все это. Так. Выводы, что очень дешево. Да, что-то... Я шарфы бурбур только десятки всё. Видел. Я больше ничего не говорю, вы сами тут давайте. Крутите, вертите, короче, оценивайте. У нас внук что-то стал дешевить. А вот этот мотив, ребята... Что можете сказать? Здесь у нас стопроцентная lamb's wool. Цвет. Что? Цвет вот. Все время радует. Вот посмотрите, подойди-ка сюда поближе, вот пройди дед по сторону. Вот посмотрите на этот цвет и скажите, что у вас ассоциируется с этим цветом? Синева. Угу. Чё? Радость, травка. Синенен. В общем, настроение позитивное, да, с этим шарфом? Да. Да. Ну, ребят, очень решать вам. 5500 шарф, тартан называется. Иви. Иви тартан. Не путать с... Что-то красненькое пошло. Кинотеатром онлайн. Этот цвет между оранжевым и красным танго называется.
У нас эта куртка уже была черная. Снаряды можно уже подносить. И снаряды. Вон они. Давай. Парочку. Все, спасибо. И что, Егору передаем эту куртку, пусть. Спасибо. Пусть мэрит. Спасибо. Ну, это элька, не знаю. Мне кажется, больше мера на. Конечно. Не на L. Микс. Да не, она тебе нормально должна быть. Вот. Держи. Я уже посмотрел размер. Неужели большой? Давай, вставай. 5-0. В нашу? Разовал. Не в нашу. Какую в нашу? Нет! Че, трактор проигрывает? 5-0. Позорники, блин. Дед. Так им и надо. Ну, нормально тебе, что я правильно сказал? Ну, да? Она больше мер. Не, она тебе нормально по размеру. Что-то она мотив какой-то горнолыжной куртки, да? Да. Ну что, яркенько, ну хорошо тебе по размеру. Будьте добры надеть капюшон и отойти вон туда, в ту сторону, подальше. Сейчас пронаблюдаем, так скажем. Шикарно. Необычно смотрится. Еще туда. Вот когда одеваешь, давай это на мое место туда. Прям ногой в это в мягкие этих. Да так, можно стой. Встать на стол и разбить ну, стекло. Что могу сказать? Ты не влазишь, короче, в камеру. Ну, все, пригнуться мне. Можешь пригнуться, но не видно куртки будет. Я прошу дизайнера, деда, собственно, прокомментировать позицию. Вот наличие карманов многокарманного вот этого фасона, это называется мультипокет. Да, первое, что в глаза бьет, это необычность. Гармин, да. Вроде куртка, как куртка, а необычность. Хорошо, смотрится. Тогда вопрос такой. Здесь еще предусмотрено расширение капюшона в два раза. Вот для каких целей здесь нужен вот такой вот покрывало на лицо, дед? Ну, это захочешь, если пугать людей, то вот так сделай. Пообщаться, если хочешь, чтобы напугать. То есть, короче, для интровертов и тех, кто любит общаться. Куртка. Да, чтобы жесть малиной не казалась. Утяжки. Тут штанишки. И какой сюда шарф, дед, закрутить? Вот этот вот или вот этот? Какой? Я скажу тебе, конечно. Или серый вон тот? Конечно, вот этот, наверное. Вот этот. Так, мы сейчас в прямом эфире практически. Из студии Назижинского 93 со второго этажа. Ты в курсе? Да. Молодец. Души его. Нет, мы своих клиентов не душим. Мы их одеваем. Вот такой вот кавалер. Вывод есть, дед, общий? Да. Кстати, холостяк, кстати, если что. Холостяк. Такой одежде-то. То есть ты предлагаешь хорошая партия для девочек. Ты, да. То есть предлагаешь сейчас, давай поженимся, да, здесь устроить? Ну, это уже там, кто просматривает, уже решит, что делать. Что ты можешь сказать про Ларису Гузееву и Розу Себятову? Ты поклонник их? Ну так, дурака валяют на экране, что о них говорить. Ты что-то там нашел. Смотрите, нагрудные карманы тоже точно так же дополняют эту куртку удлиненной. Вот подсюда. Да, карман. Куртка эта стоит 14 тысяч. Да. Дешево. Всего-то. Ну, конечно, устами клиента глаголит истина. Надеюсь, это так. Маска еще вроде в кармане. Да. Пока выходи из кадра. Спасибо большое, Егор, за демонстрацию. Иди разбирайся с курткой. Штанишки. Штаны нейлоновые, карго, М-ка. Давай. Так, М-ка, Сальвадор, шикарный каргачи, дед, переливающийся, посмотри. Да. Маленького размера, да? Какая, ух ты, блин, интересная какая штука. Это удар Зидана на Кубке Мира. А, я помню. Помню. Кого он, француза ударил? Итальянца. Итальянца, вернее. Да, давай его в камеру поближе, в камеру. Вон туда. Знаменитый удар, да. Угу. Сейчас я, кстати, посмотрю, дед, держи так все, как это все выглядит. Угу. Угу. Егор, будь добр, посмотри в камеру, то есть по углу, вот туда. Посмотри, как угол. Все видно? Да. Ровно? Ну, я всех поздравляю именно с этим событием. Здесь изображено, опять вопрос юному поколению, собственно, что здесь изображено?
Футбольчик? Ну это понятно, но какой... Но Зидан удал намерить-то этого. Угу. Конфликт Матерацци. На поле. Кого он, итальянца? Итальянца ударил, Матерацци, да? По-моему, звали. Ударил с моей головой. Зизу, тиширт. Ну красиво получилось, да. То есть смотри, его аж свернуло. Исторический удар. Да, вот собственно и футболки, которые в размере L и 3XL, у нас за... Ну, под 4-то, это за такой удар, как не 5. Вот на 4 хотя бы. Напрашивается, да? Повышение за удар такой. Ну, давай где-то 3800. Ну, ладно. Маску. 3800, ребят. Куртки. L и 3XL. Маску? Куртки. А, да, продемонстрируй. Вот такая маска идет еще в комплект к куртке. Все, короче. Отключается у нас освещение. Насчет маски. Спасибо за демонстрацию, так бы мы и не поняли на самом-то деле, что там есть маска. Я же сказал, что в кармане маска похожа. Дед добирается до сути. Лезет прям. А вы занимаете места согласно купленным билетам. Деду суть быстрее закончить, а то спина отваливается. Да что, кстати, спина, дед, как... Она ждет, когда эта церемония закончится. О твоем состоянии спины слагают легенды, и весь YouTube ждет и спрашивает, какое же состояние спины у деда. Спина держится. Сейчас, уже, кстати, еле как. Сейчас, кстати, мы продемонстрируем специальную каску, которая защищает от больных спин. Спидом. Дед, надевать нужно не туда, куда ты подумал. То есть вот такая шапка. Я похож на идиота. Шапка называется каскадерка. Ты что, дед, в такой шапке пойдешь? Здесь смотри, встроено сразу, я тебе объясню, в этой позиции. То есть встроено для тех, кто любит в холод носить кепки. Здесь и кепка, и шапка. Понял? Да, два в одном. Два в одном. И цена, дед, 7500. Шучу. Сколько? Как думаешь? 8 уж, говори нормально. Чё? Действительно. Что там кроить-то? Кроить мы не будем, дед, никаких перекраиваний. Бери выше, короче. Выше тоже брать не будем. Берем 6500, все. Вот так вот, видите, он меня вообще не слушает. Да, тут... Нахрен я ее одевал. Передаем младшему поколению для изучения и демонстрации. Вот ты сейчас посмотри со стороны, что ты можешь сказать? Все хорошо? Ну, на молодых хорошо, конечно. Слушай, тут еще какие-то тут и вот тут, вот оттуда, да, что? Да, я говорю, маска тут. Ага, дед, ты смотри, тут даже мы еще и вот этот момент... Я такое видел, потому что уже... От этих, от пчел, короче, немножко да. Ты... Нет. Чтоб в рот комары не залетали. Да. А здесь еще один жакет Лео Грегори, между прочим. Синий. Это было же уже L размера. Нет? Да, 21 тысячу. Было такая. Лео Грегори с подписью. У нас две таких. Три. На две размеры. Синих. М лиловый, L синий и 2XL синий. Угу. Вот, пожалуйста. Знаменитый джакет тоже с масочкой. 21 тысячу. Сейчас в России их нет. Опять, и навряд ли опять этот появится. Костюм. Костюм опять пошел этот. С масочкой. Выводы. Позиция наимощнейшая. Брать надо по-любому. Да тебя никто не слышит, между прочим. Ты без звука. По-любому. Брать нужно, да, в общем? Каску за 6500, дед. Шикарно. Забирать ее надо обязательно. Ага. Ну ты в такой бы куда ходил? Опять костюм был. На работу и домой? Везде, где можно и нельзя. Себе что ли взять такой костюм? Еще один костюм, это размер L и XL по 17 тысяч. Лео Грегори. Костюм такой, да, прям, да, да, да. Прелесть. Ну, соответственно, такую вещь нужно любить, ценить, аккуратно носить и. Сколько такой стоит еще раз? С каждым годом вещь будет более эксклюзивной становиться. 17 тысяч. 16 990. Отлично. Ну-ка себя на себя померяю. Очень редкий. Да, ну и в третьем разе нейлон вид полиуретан бейкинг. То есть это хорошая непромокаемая, непродуваемая ткань. Модель называется Забит. Себе заберу. Нахуй. Ну, короче, такая... Не, ну, я старый сильно для этого костюма. Нет, уже я. Нормально, красиво. Как будто по Токио сбежали.
А что, дед? Не с мест отдаленных, как это называется. А, не столь отдаленных. Будь добр немножечко в сторону. Пока. Да, но где-то Элька на XL, ребята. Не мерить открывать. Элька на XL. Да? Ну, где-то так. Ну, больше нет. Ну, красивый. Что говорить-то? Шапки Викен подъехали. Я снимаю. Давай. Вот редкий цвет верт. Он... 15% шерсти, 85 акрила. Шапки по 4500. По 4500? Саш, надо убрать. Да. Вот это вот. Дед, я тебя опять сразу же прошу сделать вывод насчет цвета, расставить сейчас места. И ты погоди, не торопись. Где у нас еще вчерашние шапки? Вот посмотреть на все шапки. Зелененькая. А деду вот сюда вот подойдет, конечно же, бордо. Угу. Вот, мы, пожалуйста, смотрим все на видео. Мы на Ютубе. Дед, места расставь быстро, с первого по пятое. Зеленое первое место. Это на втором. Это на третьем. Четвертое. А нет, у меня, наверное, на третьем. У меня на третьем это четвертое. Это пятое, это шестое. Или их всего пять, как я так обмажу. Первое. Второе. Второе, третье, четвертое, пятое. Отлично. Теперь твое мнение насчет... Ну, согласен ли ты с дедом? Нет, я считаю, что шапки должны быть более базового цвета. Поэтому я, скорее всего, это вынесу на первое место. Угу. Бордовую на второе. Ну, а солянку цветную уже на третье, все. На третье, обобщим. Вот, это четвертое, это пятое, если честно. Здесь, смотри, с первое на пятое переселилось. Как вы уже... Зеленочка. Сделаем выводы, что стоят тут между двумя поколениями. Все разные. На вкус и цвет вот товарища нет. Действительно. Действительно, каждый любит свой цвет, поэтому все цвета хороши. Да. А вы продолжаете. Вкус, да, а вы продолжаете. Проходите на свои места, наблюдайте, комментируйте. И точно так же обращаюсь к людям, которые сейчас по ту сторону экрана Ютуба. Всем привет! Любые города отправляем с деком. Дед лично это делает, идет в СДЭК несет. Может даже, как почтальон Печкин, привезти вам это до дому. Я туда давно уже не хожу, Саш. Сейчас уже папа твой ходит. Ясно. Слушай, смех смехом, а мы еще это не все шапки до конца посмотрели. Тут еще черный еще есть. Еще черные хаки, понял, дед? Ну так можно не доставать. В общем, черные хаки с бомбонами. Они, наверное, тоже бы были. Снимать. Опять зелененькая пошла. Здесь, конечно же, нужно мерить, потому что цвет верт, он очень такой запоминающийся цвет. На меня размер, ее на бок надо носить. Вот эту? Да. Вот так? Потому что это идет так. Ну я считаю, что не обязательно нужно всегда все по шву одевать, но можно. Да, но все-таки удобнее будет, когда ты шов сзади. Что, она мне маленькая, да? Опа. Это-то Элька, да, вот техницен, короче. Вот когда надо, но у меня такой цвет, всегда маленький. Так он, да, его дефицит в этом, в том плане, что... Так, в общем, пожалуйста, ребят. Все в зелени. Ну, да, красиво, да. Я же говорил, зеленое на первом месте. Сразу видок, видишь? Вот с курткой вместе. Да, вот это уже видок, ребята. Ну и, соответственно... Весну-то встречать. Так вот, красиво. Хочу включить цвет. То есть вот так выглядит зеленый оттенок. Выглядит это ли красиво? Не зря я первое место дал зелени. Да? Не зря. Дело в том, если меня слышите, дело в том, что вот эти вот неповторимые оттенки, собственно, и наработаны Викендом годами, за них и это, за эту эксклюзивность и требуют деньги обычно. То есть за такие неповторимые оттенки. Вот, в общем, техниция на флисе, легкая ветровка весна, с шапочкой, куртка будет где-то в районе 10,5, и шапка 4,5, итого за комплект 15, да? Давайте за 15, да, вот такая вот штучка-комбо за 15.
выводы. Опять все. Ну все, зелень все-таки. Мы впереди, эту обнову ребята. Назовем с вывод, обнова с выводами. Вот еще вещь. Смотри. На проводе Blauer, который, кстати, у нас в двух цветах, теперь синий и черный, патч отстегивается. Это Blauer, ребят, это серьезная вещь. 245 фунтов стоил. Только для тех, кто истинно ценит качество и знает, что такое бренд Blauer. Я знаю, что такие люди есть, потому что в Англии комьюнити Blauer настолько же широко, да, как поклонники Шарка, Стоника и Сипи точно так же и носят Blauer наравне. Это все в той же степи, равносильный бренд. Так, здесь у нас костюм лиловый, пожалуйста, который состоит из пола и шорт. Уже весна на носу, первый предвестник весны. Дед, посмотри на цвет и, пожалуйста, расправляй поло. Это костюмы. О, реакция есть. В общем, вот такой вот костюмчик L размера. Сколько? Ну, тоже давай. 17 тоже? Нет, такой костюм будет 4500 вверх и 4500 вниз, 9. Ну что это? А даже больше скажу, 8500 за комплект. Ребята, халявой попал, попахивает. Халявой. L размер, лиловый цвет, актуальная новая коллекция. Дед, подними еще повыше эту кофту. И насчет цветов скажи. Изумительный цвет. Ну, приятный летний. Приятный летний цвет, оттенок. И, собственно, мы его убираем. Это тоже не просто... Это лонг, да, пола. И тоже со штанами, и да? И тоже со штанами, да. Комплект красиво. Тоже L размера. Здесь идет... Клеточку везде наделали. Да, цвет. И, соответственно, просим дизайнера оценить... Отлично. Фасон, дизайн и цвет. Что ты можешь сказать? Какой это цвет? Называется цвет камня, Stone. Ну, почти свой Island. Серо-бежевый цвет, приятный. Клеточка дополняет так хорошо. Цена комплекта 11 тысяч. Отлично. Ну, 10 500. 500 рублей официально делаем скидки. Элька. И вот такое вот поло, пике, комплект. А вот еще тут пошли. Давай, дед, вещи. Еще. Разделывай их тут. На. Это тоже комплект, доставай. Дед? Комплект показывай. Я сейчас буду. Рад вам представить комплект из, получается, футболки L размера Marshall новой коллекции. Надо было прям брать базу, соответственно, взяли. Ну вот получилось взять именно L размера. Что тут пишут? Приветствую. Здорово. Здорово. Hello. Здравствуйте. Аргентина и Майка 5-0. Я в курсе, да. Короче, дед, пожалуйста, последний цвет. Давай посмотрим и будем скрывать. Давай посмотрим, что. Вот такой вот костюм, футболка, шорты, Marshall Artist. А что, черный с синим сочетаться будет? По бирке они обе Na'Vi. А почему так? Ну вот такой вот получился этот. Да, почему? Решили что-то такое-то. Не сочетается, да? Ну почему? Тоже, ну приедается же все однотонное. Элька и это Элька, то есть, соответственно, прайс будет так здесь. Так это тоненько, это потолще, да? Ну да, ну короче, можно разбить. Ну чтоб яйца не замерзли, да, потеплее сделать. 10 тысяч 9500. 9, даже можем за 9 отдать. Вот, в общем, ну, такой комплект. За 9, да. Все, 9 тысяч. Разрешаю. Все, сейчас еще. Последняя посылка. Последняя посылка. Последний бой, он трудный самый же, да, дед, считается? Да. Но не все еще закончено, еще впереди. Что, еще поступления, да. Так. Еще один корабль идет с посылками. Лагвардия. О, твои рудаки пошли. Интересно, интересно. Вот эта вот штука интересная. Ну, давай ее смотреть будем. Что это такое? Это типа курточки. Эль Каминта. Это худи с нейлоновым капюшоном М-ка. У тебя тоже Элька. Овершир клетчатый. И сюда
вот эту штуку. Давай, мерь. А как же? Сядь, живот втянешь, она, и сядет. Она нормально. Такая оверсайзная. Она не маленькая. Здесь, смотрите, сразу под кармашек под что-то. Маски часы не идет. Шикарные. Это даже, я бы сказал, бомбер больше. Бери, не хочу. Не, бомбер без воротничка идет. Без воротничка? Ну, без то есть овершир это все-таки, да? Что? Овершир? Часы? Может, да. Харинг там? Ну, нет, не харинг, но это овершир. Ну, она тебе прям в тютя, в тютю. Притык, да. Не, тютя, мала, мала тютю, в тютю. Но хотя бы ее можешь не застегивать до конца, продемонстрировать вот. Ну, что, дед? Вот такой кавалер из Лондона бы к тебе приехал, сказал. Ничего, да. Good morning. Пьем сегодня чай. Что бы ты, впустил бы человека такого к себе домой на чай? Ну да, странный такой парень, конечно, весь в клеточке будет. В английской клеточке. Да, можно себе заплатить чай, да? Короче, еще рубашки приобретаете, есть так, наличие. Рубашка одна тоже там. Тоже под оверширт подойдет. А размер-то какой там? Сразу видно, ценители английской клетки. Молодец. Здесь еще можно у нас... еще комплектом кепку у меня купить. Куртка, между прочим, не твоего ли цвета? Моего, я же говорю, ага. У меня такая же. Лагвардия, который, собственно, владеет Егор, и у него мнение компетентное. Это хорошенький цвет. Да, ну, пожалуйста, померь. Какой-то, он твой размер. И у тебя там двушка или XL, кстати, на том? Лагвардия? Да. Это твой размер. XL брал, но это на больше, на размер. Смотри вот эту сразу, там такая же штука. Нет? Нет, у меня значит, другая, у меня старые, более старые коллекции. Значит, соответственно, новая. Лагвардия, которая тут у тебя, она с годом разницы, и можно ли сказать, что что-то поменялось? Ну, оттенок чуть-чуть темнее стал единственное. Угу. И карман внутренний. Это-то уходит туда, дополнили. Куртка? Да. Вот такой вставочкой. Отличный. Угу. Маска также идет в комплект. Вот это, дед, взрывай и комплект, маска, да. Ну и плюс тут все это идет перелив. Ага, то есть, соответственно, поворот не туда. Так, остатки ниточек мы все это убираем. Ну и что, интересный джакет базовый, ходовой, 2XL, 11 500. Дешево. Опять тебе все дешево. Ты где успел поднять денег? Столько? Красивая штучка. Сколько? Что, за 9 тысяч? Вот это хорошая штучка. XL черный. Прелесть. 8 500. Это 9 минимум. Саша. 9. Это ты че? Егор. Дай померю. Вот это тебе маловато будет она. Это мне хорошо будет. Ну это XL. Вот это XL, она... А он... Это XL. Нет, понимаешь, она тебе впритык будет. Как захотеть, смотри, видишь? Сейчас я сейчас посмотрим. Вот это вообще класс. Это минимум 9, прям минимум. Минимум. А то бы и десяточку можно взять. 9 тысяч? Очень даже красивая вещь. Дед, в общем, ее оценил очень дорого. Да. Смотри. За 9 заберут махом прям. Да вот он, собственно, уже... Еще тебе конфеты коробку дадут за такую вещь. Да. Вы мне коробку конфет дадите. А ты собираешь уже, да? Ну, я не удив... Не, она тебе немножко да, тянет, ну, тянет, ну, тянет, ну, тянет. Чуть-чуть. Это для меня она. Ну, забирайте тогда. Я подумаю, хорошенько. Мне понравилось думать, очень даже. Сразу. Ну, у меня ум-то уже старческий такой, я думать должен. Думать. Короче, ну, красивая, красивая штучка. Мы красивая, на этой класс. Шикарной ноте заканчиваем. А это-то не показал. А, ну да, давайте. Куди, здесь. Куди, еще зеленочку. Худи, куди. И, соответственно, материться я уж... не будем, куди, да? Да, я померю, она немножко оверсайз, должна поверх сесть. Там, кстати, была хорошая где-то штука. Шапочка в цвет. Да? Ну, должна быть она в цвет. Вот напоследок, нет, она не в цвет. Да, я ее тоже одену сейчас. Заценим. Она мне хорошо будет. Твой вариант, да, дед? Да. Ну все, деду на день рождения ее подгони. Так, дед, насчет хаки фасона, пожалуйста, давай комментарий и будем. Вот опять шапочка сюда подошла, да. Вот такой вот прикол. А может быть вот такой прикол. Вот так вот сделать. Отлично, отлично. Вот такое заявление лучше или вот это заявление лучше? Шикарно. С бомбоном.
как бы там ни было, вот может такой вариант быть, да, это на 50-й, на 48-й размер. Вот так шикарно. Ну что, все подбирается, ребята, здесь все можно подобрать при желании. Торопитесь, кто быстрее придет, подбора будет больше выбора. Да, того и тапки, да? Все, заканчивать будем. Все. Будем заканчивать. Мне надо свитер мерить. Да, дед пошел мерить свитер, остаемся на этой ноте. И всем удачи, и спасибо, что... А я пошел марать.